На территории Гомельской области проходит профилактичная акция «Маленький пассажир. Великая отказность». Супрацовники Держаутоинспекции будут проверять, как выполняются правила перевозки детей. Инспекторы нагадывают, порушение этих мер безопасности могут привести до травмирования неполнолетних. Только за 9 месяцев этого года на дорогах в области отбылось 38 ДТЗ с уделом детей, у которых 43 дитяти потерпели и двое загинули. Протягнется акция до 27 кастрышника. До 12 лет ребенок должен перевозиться в детском удерживающем устройстве согласно весу и росту ребенка. Исключение составляют, точнее, можно, конечно, перевозить ребенка, не используя детское удерживающее устройство, если рост ребенка свыше 150 сантиметров, а также в автомобиле такси. Но опять же напомню, что обязательно необходимо использовать ремни безопасности. Кроме того, госавтоинспекция рекомендует всем, также взрослым участникам дорожного движения, на задних сиденьях использовать данные ремни.